давно, там не очень давно так. Ну а когда в 2007 году я первый раз приехал в Владивосток, тогда я учился в университете, а это Тихоокеанский экономический университет. И когда в 2010 году я получил диплом, моя специальность – это мировая экономика. Потом я решил в Китае работать. Я работал 3 года. В прошлом году я еще раз решил пытаться учиться русский язык. Да, уже 3 года. 3 года. Да. Сложное что находится? Сложно, конечно, грамматика и аудирование. Это трудно для китайских студентов. И обычно мы трудно понимаем смысл русских. Да, это большая разница между нами, между Китаем и Россией. Я тоже студент по обмену здесь, в ДВФУ. А на 1 год приехал, уже почти год назад, поэтому мое время здесь скоро закончится. Да, это все у меня. 3 года. Да. Что самое сложное для изучения? Думаю, самое трудное мне аудирование и говорение. Да. А русские книжки читаете, пытаетесь? Да. Обычно Пушкин стихи. Да. Раньше в Китае в школе мы учились по-китайски язык. А здесь я прочитала по-русски. Очень нравится. Пословица. Без труды не вытащишь и рыбу из пруды. Например, это ни пуха, ни пера, так. А ктёрку? Я не знаю, что ктёрку. Обычно тогда экзамен. Думаю, ктёрку это плохо, но для русских это очень хорошо. Это успех экзамен. О, поэтому я знаю, это хороший. Да, я хочу в будущем жить в Сибири. Я еще не знаю, просто это у меня мечта, и я хочу ее выполнить. Я ожидаю там контрпроект к жизни в Европе, и поэтому русский язык. Люблю Россию, просто так. А для работы, может быть? Для работы? Для работы, да. Нет, наверное, не. Мне нравится русский язык, это очень классный язык, и для лучшей работы. Для работы, а где собираетесь? Может быть в России, может быть в Китае, еще не решили.